Каждый из нас много раз слышал о призраках и всякого рода мистических явлениях, но стоит себя спросить, а веришь ли ты во что-то подобное? Мир вокруг нас настолько неизведан, что порой можно увидеть нечто и просто в это не поверить или не заметить. Задайте себе вопрос, а что если некоторые явления в мире являются правдой, но люди не готовы в это поверить? Этот случай произошел в Китае, где камера наружного наблюдения засняла, как мотоциклист несется навстречу смерти. В момент вероятного столкновения в кадр врывается нечто на нереальной скорости и оставляет за собой вспышки света. Коснувшись гонщика, они моментально оказываются на безопасной стороне улицы. Это произошло настолько быстро, что мужчина на мотоцикле не понял, что произошло, как и не понял водитель автомобиля, куда же делся мотоциклист. Появившийся в сети видеоролик породил большое количество споров и домыслов по поводу чудесного спасения на дороге. Пока неизвестно, что перед нами, результат профессионального монтажа видео или же действительно факт телепортации. Решать вам. С вами канал Мастер Шоу, пишите ваши замечания и предложения в комментариях, а также смотрите другие наши видео и подписывайтесь на наш канал. Thank you.